Режим ЧС регионального характера ввели на Камчатке из-за обнаружения птичьего гриппа на крупнейшей птицефабрике полуострова. Вспышка заболевания произошла на территории Пионерского в Елизовском районе. Повышенный падеж кур зафиксировали в ночь с 25 на 26 октября в одном из птичников. На место выехали специалисты и взяли пробы. Пробы были направлены в соответствующую лабораторию. К сожалению, подтвердился диагноз высокопатогенного гриппа птиц. На сегодняшний день проведены соответствующие мероприятия, уведомлены все соответствующие службы. Проводятся мероприятия по ликвидации источника заражения и мероприятия, связанные с предотвращением распространения данного вируса на территории Елизовского муниципального района, а также части территорию задевает также и город Петропавловск-Камчатский. По итогам противоэпизоотической комиссии было принято решение о восстановлении зоны очага и угрожающей зоны радиусом 5 километров. Также будут установлены зоны наблюдения, в рамках которых будут проводиться мероприятия, направленные на предотвращение распространения вируса. Кроме того, на полуострове ввели режим чрезвычайной ситуации. В зону действия ситуации попали Елизовский муниципальный район и Петропавловск-Камчатский городской округ. Все необходимые действия правительством Камчатского края для локализации ситуации и нашими коллегами из Главного управления МЧС России по Камчатскому краю предпринимаются. За информацию дополнительной обращайтесь на сайт правительства Камчатского края. И если попали в беду, звоните на 112. По ветеринарным правилам при выявлении очага заболевания птичьим гриппом устанавливается карантин. Отметим, высокопатогенный грипп птиц – острая инфекционная болезнь, представляющая опасность не только для животных, но и для людей. Среди домашних птиц вирус может вызывать тяжелые заболевания и гибель. В отдельных случаях возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Добавим, ограничительные мероприятия ввели и на юге Сахалина. Там также зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Очаг заболевания обнаружили в личном подсобном хозяйстве. Для локализации очага все птицы и продукция из него будут изъяты.